А все случилось очень просто. Открылась дверь, и мне навстречу девчурка маленького роста. Девчурка, остренькие плечи. И котелок упал на камень. 4 с лишним. Дома не был. А дочка, разведя руками, сказала дяде: нету хлеба. А я ее схватила и к звездам. И целовал в кусочки неба. Ведь это я такое создал. 4 с лишним. Дома не было.